Джерри, ты в чем дело? Что ты здесь делаешь без предупреждения? Кто это? Он — это я. Перед Верденом. Он поможет нам. Что? В смысле, он? Да. Когда он умер? Где? На пляже. Завтра. Сколько пальцев я показываю за спиной? Откуда мне знать? Ну что ж, значит, у нас этот разговор впервые. Испытай это на нем. А, что это за хрень? Он не работает. А видения были? Видения чего? Значит, еще есть время. Время? Да. Я... Извините, что за... Кто это? Кто вы такой? Я доктор Картер. Физика частиц, высшая микробиология. А еще он единственный, кто поверит в то, что с тобой произошло. Никто не понимает биологию мимиков лучше него. Он главный аналитик в Уайтхолле. Я был им до того, как встретил Риту. А теперь я просто механик с психическими отклонениями. Картер, покажи ему. Ну ладно. Итак, во-первых, ты сражаешься не с армией. Нужно думать о них как о едином организме. Смотри, эти обычные дроны действуют как его клешни. И альфы. Вроде того, что ты убил. Они встречаются редко. Да, где-то один на 6,18 миллиона. Да. Примерно. Они действуют наподобие... Они как его центральная нервная система. А это его мозг. Он контролирует всех. И это Омега. И Омега обладает способностью управлять временем. Как только Альфа погибает, запускается автоматическая реакция. И Омега начинает день заново. Но только на этот раз он помнит все, что должно произойти. Так же, как ты сейчас. Он прекрасно знает все наши шаги наперед. Врат, который знает будущее, не может проиграть. Но как же тогда вы победили в Вердене? Нам позволили выиграть. Чтобы мы поверили, что можем побеждать. Эта тварь хочет, чтобы мы бросили в бой все свои силы. Операция «Нашествие» не наша победная точка, а нашего врага. Нужно понимать, что перед нами прекрасно развитый, захватывающий миры организм. Существуют тысячи, миллионы таких астероидов, блуждающих по космосу, словно вирус. И они только и ждут, чтобы обрушиться на мир с подходящими условиями. Им нужно только напасть на доминирующую форму жизни и... И ничто не помешает мимикам захватить весь остальной мир. Если ты не изменишь исход битвы. Я? Когда ты убил Альфу, то случайно вошел в нервную систему врага. Кейдж, ты захватил контроль над способностью Омеги перезагружать день. Да как это возможно? Этот организм тоже уязвим, и его единственное слабое место – природа человека. Как бы там ни было, теперь ты управляешь временем, как и я при Вердене. Я перезапускаю день? Ладно. Как этим управлять? Ты должен погибать. Каждый день. Пока Омега не умрет.